Это то, что надо, когда у тебя нет молочного сыра. В сочетании с медом будет фантастика. Готовлю миндальный сыр, похожий на камамбер. Диета при повышенном холестерине, как у меня, предполагает полный отказ от молочного жира, а значит, настоящий сыр под запретом. Сыра сильно не хватает. Процесс изготовления сыра из миндаля длительный, но он того стоит. Итак, 2 стакана миндальных орехов замачиваю на ночь. После этого сливаю воду и заливаю кипятком для того, чтобы легче почистить кожицу. Шкурка снимается легко, но так как орехов много, процесс этот не очень быстрый. После очищения орехи нужно промыть, и дальше мы их будем смалывать. Надо использовать мощный блендер и молоть долго, лучше всего вот как справа, такой стакан. Добавляю соль, и здесь я порционно делаю. Если блендер в виде стакана крупного, то все орехи можно смолоть одновременно. Перемалываю долго, чтобы получилась однородная масса. Теперь ее процеживаю через полотенце я делаю. Можно использовать марлю в несколько слоев. Отжимаю достаточно сильно, ну, можно сказать максимально, чтобы жмых был почти сухой. Жмых не выбрасываю, из него можно приготовить много всяких вкусностей. Из этого я сделала вот такие миндальные печенья, рецепт обязательно покажу. Полученное миндальное молоко кипячу на плите 2 минуты и даю остыть. Для коагуляции отделения лишней жидкости в рецепте, который я использую, нужен лимон. Выдавливаю лимон. Лимон размешиваю и эту смесь оставляю на несколько часов. Когда будет готово, вы увидите, что миндаль створожился, можно так сказать, хотя это не творог, и мы можем его отфильтровывать. Опять сливаю на полотенце или марлю, или специальный есть мешок для сыра. Но теперь выжимаю не сильно, точнее не отжимаю, а даю воздействие течь столько, сколько она может. Масса получается достаточно рыхлая. Перекладываю массу в контейнер и буду заправлять специальными ингредиентами для сыра. Ингредиенты я беру те, которые используются для молочного сыра, но они прекрасно работают и для орешков. Использую специальные мерные ложки. Количество ингредиентов оставлю в описании. Этот рецепт я брала на сайте для веганов. В нем все ингредиенты замешиваются в миндальную массу. При изготовлении молочного сыра мизофильную закваску кладут до фильтрования лишней жидкости. Попробую также в следующий раз. Все ингредиенты тщательно перемешиваю и оставляю при комнатной температуре на сутки. На следующий день готовлю формочку и коврик. Обрабатываю все это кипятком. Специальной формы у меня нету, поэтому я сделала все из подручных средств. Я использую медицинский нетканный материал. Возможно, лучше использовать марлю, но у меня ее не было. Максимально плотно утрамбовываю массу, накрываю тканью и убираю в холодильник. Лучше использовать отделение для овощей и фруктов, там температура самая подходящая. Оставляю на сутки. Коврик снизу для слива лишней жидкости. На следующий день вытаскиваю из холодильника, разворачиваю, посыпаю солью и убираю ткань.
Сыр очень рыхлый, ему надо подсохнуть, поэтому его не заворачиваю, а только кладу на пергамент и опять в холодильник на сутки. Каждый день достаю из холодильника, переворачиваю и меняю пергамент. Так делаю, пока пергамент мокнет. Примерно через 10 дней станет видна белая плесень на боках сыра. Десять дней прошло, сыр стал плотный и покрылся немного белой, характерной для камамбера плесенью. Заворачиваю сыр полностью в пергамент и кладу в коробку, можно в бумажный пакет. Коробку в холодильник в отделение для фруктов, где ранее лежал сыр. Прошло 15 дней, сыр пора пробовать. Выглядит шикарно, не правда ли? Это сыр, которого так не хватает. Сыр имеет приятный запах. Консистенция прям как у камамбера. В сочетании с медом будет фантастика. Ну, это то, что надо, когда тебе нет молочного сыра.